Кажется, я нашел что-то интересненькое, и мне нужно пойти прямо туда. Эй, что за звук? Барбос? Барбос, это ты сделал? Лаки-лайк, кто? Что это за фигня, что только что была? Так, подожди, это, может быть, это оттуда? Нет, я так думаю, то, что туда все-таки спускаться немного опасно, поэтому, ну его нафиг! Блин, лучше нужно просто сразу же бежать обратно на базу. Где выход отсюда? Черт, я его потерял! Так, вроде бы здесь. Ну его нафиг, это что за звуки такие были? Просто дичь какая-то! Так, быстренько просто спускаемся, и все. Что у нас на улице? Уже ночь, что ли? Офигеть, так. Блин, Барбос, правильно, побежали быстрее на базу. Так, в какой стороне она находится? Вроде бы туда. Все, Барбос, пошли быстрее! Ё-моё, что это вообще такое было? Это сейчас только что. Так, сейчас я быстренько обогну этот уклон, блин, не знаю, как правильно назвать его. И просто нужно добежать до базы, и все. Чё это за звук был? У меня даже предположений никаких нет, как, откуда он вообще издался, просто там, походу, есть какая-то жизнь, что ли. Ну, причем звуки там были, ну, немножечко такие страшные, поэтому там, возможно, были какие-то существа, видимо, опасные, ну его нафиг вообще. Ладно, сейчас просто на базу вернусь и спрячусь в доме, и все, и там меня никто не найдет, надеюсь, так реально и будет. Все, быстро сейчас нужно добирать, и все. Ну а пока я не добрался до своей базы, буквально парочку секунд, я тебе хотел попросить, чтобы ты поставил лайкосик на это видео и обязательно подписался на канал и написал в комментариях свои гениальнейшие мысли по поводу этого сериала. Потому что вот вы сериал смотрите, он вам нравится, но активности под ним вообще абсолютно почти что нету. Ну как бы есть, но очень-очень мало, поэтому я тебя хотел попросить, чтобы ты это все обязательно сделал, а еще поставил колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, ведь она будет более эпичной. Ну а сейчас пока что смотри, что дальше будет, потому что я когда это снимал, сам уж от всего трясся. Так, ну вот вроде бы я уже подбегаю к своему дому, правда у меня что-то пузырей нету, ни кислородного, ни это, нифига не понятно. Так, стоп, а как Lucky Like и Барбос оказались уже здесь? Вы как быстрее меня добежали, вы что, гоните что ли, офигеть можно? Стоп, это кто? Владус? Владус? Савчик? Владус? Владус? Ты что здесь делаешь? А, Савчик, Кубик, привет! Савчик! Привет! Здорово! Наконец-то я тебя нашел! Ты как нашел мою базу-то, Савчик? Просто офигеть, что? В смысле твою? Это моя база? Ты как твоя? Да ладно, Савчик, я не против, в принципе. Это наша с тобой база, потому что я не против тебя здесь приютить. Наконец-то я тебя смог найти, что? Ты, Кубик, что-то попутал. Это я тебя здесь готов приютить. Это моя база, я здесь все отстроил. Ты дурак, что ли? В смысле? Вот, я когда сюда... Савчик, ты что, вообще, что ли, с ума сошел? Мы когда все разъединились, я оказался прямо здесь, и вот я просто построил прямо здесь, на этом же месте, базу. Да нет, это я построил. Кубик, ты, видимо, совсем уже немножечко того. Как говорится, один совсем уже соскучился по всему. Ладно, что-то, видимо, просто у тебя там... Ну, все, ладно, я тебя понял. Тогда смотри, вот у меня даже мои питомцы стоят. Вот видишь, они там стоят такие, и вот Lucky Like и Барбос. Это мои питомцы. Lucky Like и Барбос. Lucky Like и Барбос, это вот я с собственными руками их приручал. Нет, нет, это мои питомцы. Да как это, смотри, владелец... Савчик? Да-да-да. В смысле? Вот и встало все на свои места. Как, Савчик? Вон еще баги стоит, на котором я в путешествие отправлялся. Савчик, да ты что говоришь? Ладно, все, погоди, я сейчас должен просто взять и вернуться. Это мои баги, тут все мое. Тогда, Савчик, расскажи-ка мне, пожалуйста, как мы с тобой, как ты заходишь на свою базу? У тебя же здесь даже дверей нету, ну-ка расскажи. Вообще на спокойствии. У меня дверей нету, я просто здесь немножечко прокапываю. Ты дурак, что ли? Это ты что, лайфхак такой придумал, Савчик? Это же я придумал так делать! Подожди, блоки-то... И что, ты сейчас разгерметизацию сделаешь? Ну давай, давай, делай. Да, только сначала нужно закрыть все вот эти вот блоки. Оп, разгерметизация, Савчик, ты где-то вот обидался, ты, конечно, молодец. Да как ты так это сделал? Ладно, смотри, сейчас мне нужно просто проверить, там сообщение-то мне уже пришло с земли или нет. Да нет, не пришел, я смотрел. Я не понял, ты чё еще в моем ноутбуке что ли лазил, Савчик? Так это мой ноутбук. Да как твой-то? Вот, смотри, это мой ноутбук, вот, я его сейчас заберу, все, я его заберу себе, потому что это мой ноутбук. Ты, Кубик, что-то вообще попутал, да, я смотрю? Да как попутал-то? Ты дурак, что ли, Савчик? Просто скажи то, что ты меня сейчас разводишь, то, что ты решил меня немного затроллить, и все. Да не развожу я никого, Кубик, с тобой что происходит? Ты совсем уже ку-ку, что ли? Вообще страшно расстановится, у меня руки аж трясутся от такого. Подожди, сейчас. Да успокойся, ты все хорошо. Тогда, вот, Савчик, смотри, расскажи мне, что ты успел сделать за то время, как мы уже все разъединились. Ну давай, рассказывай, что ты делал? А, да я все уже, много чего успел сделать. Я уже исходил, я попробовал найти нашу старую базу, понимаешь? И я ее не нашел. В смысле? Подожди, стоп, а перед старой базой, подожди, а перед старой нашей базой ты находил еще предыдущую экспедицию? Да. А она там была? Нет. Да как? Это, блин... Пока что все сходится точно так же, как это все было у меня, Савчик. Ты как будто бы просто мою жизнь пересказываешь. Стоп. Ты все это время за мной следил?
Да нет, Кубик, не следила ни за кем. Что с тобой происходит? Объясни мне. Подожди, сейчас, Авчик, мне нужно задать тебе пару уточнительных вопросов. Смотри, когда ты пошел на старую экспедицию, ты там ничего не нашел, ты сказал. А там была какая-нибудь кислота, какие-нибудь растения, например? Да, была кислота и растения. А ты забрал? Ну-ка, расскажи-ка. Ну-ка, забрал ты их или нет? Да, забрал. Вот, смотри, вот они, вот они, вот они. А, Савчик, а может быть, ты тогда их еще и исследовал? Да, я их исследовал. И какие выводы ты сделал? Этим растениям больше лет, чем нам, и, возможно, даже больше, чем нашей стране. Да, Савчик, подожди, это я проводил эти исследования. Я, конечно, понимаю то, что ты на самом деле биолог, ты занимаешься растениями, но, Савчик, я же твою литературу на Земле тоже читал, тем более, когда вы улетели, когда вы меня одного, блин, оставили. Вот, я же, получается, все это читал, все это исследовал, и ой, Кубик, мы долбимся головой об стену, просто долбимся, я тебе объясняю, что тебе все мерещится. Подожди, Савчик, еще вопрос, смотри, получается, ты когда вот эту кислоту нашел, там же ты еще находил пришельцев, да? Нет. Блин, ну я тоже не находил, да я просто проверить хотел, да! Кубик, ты что-то совсем уже плохонький стал. Что с тобой, объясни мне? Ты сотрясение мозга у тебя или контузия, может быть? Не пугай меня так, пожалуйста, ты почему меня троллишь? Ты... Ладно, а что с Владусом? Что с Владусом? Ты Владуса видел или нет? Нет, Владуса не нашел, там вообще нету нашей базы. И я по итогу там уснул, и мне приснился Владус. Да я тебе только что хотел это сказать, да и что он там с тобой делал? Он в меня стрелял. А, стоп, подожди, а в меня он не... А, нет, он в меня стрелял, когда только к нему прошел, а потом я, получается, отправился вместе с ним, он меня куда-то повел, и просто потом он меня закопал в пещере! Да! Да, стоп, Савчик, тебе даже сны, что ли, такие же снились, как мне? Кубик, ты... Вот ты точно никак не мог знать. Подожди, с тобой что-то вообще плохо. Слушай, я не понимаю, съешь-ка? Съешь-ка эти грибы. Стоп, не-не-не, грибы я есть точно не буду. На это ты меня, Савчик, не подведешь. Не-не. Ты чего добиваешься, я не понял. Ты что, моей смерти хочешь, что ли? Да ничего не добиваюсь. Что с тобой, Кубик? Ты чего, не признал мне друга своего? Не бей меня, Савчик, не бей меня, пожалуйста. Ладно, давай просто сейчас выйдем тогда. Подожди, а что ты сейчас вообще делаешь на Марсе? Ты вот там, у тебя стрел, много земли обгоревшей есть. А что, вот почему у тебя обгорело? Ну, одна часть обгорела, потому что я сюда приземлился, так сказать, да. Ну да, ну, это ладно, логично. Согласен, типа, а вторая часть земли у меня обгорела только потому, что, ну, короче, не получилось у меня плантацию построить. Ты строил плантацию? Стоп, Савчик. Вот я тебя испалил, смотри, ты, получается, самый настоящий садовод, и ты не смог элементарно сделать плантацию на Марсе? Ну, ты, да, ты что-то пошло не что так, я есть, немножечко какой, сбился. Есть какой-то подвох, ты понимаешь это или нет? Да нет никакого подвоха, я просто ошибся немножко, и все, элементарная техника безопасности. Ладно, я тебя понял, давай, Савчик, тогда сейчас с тобой знаешь, что сделаем? Попробуем эту землю, ну, эту землю обгоревшую закрыть, потому что, ну, я все время это хотел сделать, но у меня что-то руки никак не доходили. Ну, у тебя, скорее всего, давай. Тоже. Да, я так и понял. Ладно, просто я закрыл, Савчик, тебе второй блок выпал, поэтому давай ты его команду поставишь. Так, Савчик, стой, а подожди, еще проблема какая-то, у меня тут кислородные пузыри что-то не идут, они куда вообще делись, ты понимаешь или нет? Нет, не понимаю, странное явление. А, так у там тебя, у тебя... наверное, тоже только сейчас произошло. А, смотри, у нас просто энергии нету, черт, а солнечные панели просто закончились. Да, понял. Так, смотри, у нас еще баги какое-то вообще странное. Савчик, а ты можешь это как-нибудь объяснить? Че с колесами у баги? А, все вроде с ними хорошо, ты что? Что с тобой не так? Савчик, видимо, все хорошо. Ладно, давай тогда что-нибудь сейчас заделывать. Но я реально не понимаю, как это питомцы, владелец, Савчик. Вот, я его даже редактировать никак не могу, даже командовать им не могу. И сундуки... это же мои питомцы, Савчик, ну ты почему меня так пугаешь? Да мои это питомцы, ты чего? Савчик, ты подожди, даже... а я знаешь, что ты еще хотел сказать? Смотри, я, короче, я сейчас только что отправился вот прямо в ту сторону, и там я нашел самое настоящее болото с кислотой. Прикинь, там вот просто огромное такое озеро с кислотой, ну, есть. Ну, я только-только хотел туда отправляться, так сказать, да, и... А, серьезно? Да. У меня вот тут, кстати, тоже кислота есть, вот, смотри. А, да, Савчик, я тебе тоже, кстати, про нее хотел сказать, то, что вот, я, получается, стоп. А что у тебя здесь было сначала? Вода. Да блин, ну как вода-то, Савчик, ну ты... Ладно, вода так вода, у меня было все то же самое! Так, Кубик, ты, может, просто хочешь верить в это? В что верить? Я вообще, мне кажется, то, что... То, что у тебя было все то же самое, что было у меня, вот ты просто в это и веришь. Как это можно по-другому объяснить? Я же сам, я здесь оказался, мне даже элементарно мне этого присниться не могло. Стоп!
А что если мне это снится прямо сейчас? Вот, ай, больно ущипнул, черт! Не, мне это не могло присниться. Подожди, стой. Какая это вообще вещь? Ладно, так. Слушай, Кубик, а у тебя случайно книжек не осталось? Никаких? Книжки, да, остались. Вот у меня как раз 25 книжек есть. И я же из земли забираю. Дай, пожалуйста. Я как бы, ну, мне книжки. Если, Савчик, у нас с тобой все одинаково, то инвентарь у нас по логике с тобой тоже должен быть одинаковый. То есть у тебя сейчас должны быть книжки. Нет, у меня нет книжек, Кубик. А, ну хотя да, в принципе, логично. Я же их с земли забрал, там же у нас еще все разное было, наверное. Ладно, давай обмен, я тебе эти блоки, ну, ладно, а ты мне книжки. Давай тогда тебе пару книжек. Ну хотя ладно, давай я тебе все книжки скину, потому что я думаю, что спасибо. Мне не нужны на самом деле. Я уже всех перечитал на 3 раза, потому что у меня время-то на самом деле было. И вот, пока что ты мне скинул блоки, и я так думаю, то, что я сразу же быстренько начну здесь все заделывать. Давай так, чтобы быть. Савчик, у тебя у самого-то блоки остались или нет? Нет, у меня не осталось. Давай, я пока просто поприбираю. Здесь зачищать, вот эти все угольные блоки убирать, потому что, ну, нафиг они нужны, как бы землю здесь, ну, все равно. Согласен, портить. В принципе, и, да. Кстати, давай тогда вместо этого сейчас просто возьмем и сделаем здесь новую плантацию. И надеюсь, то, что сейчас у нас никаких проблем давай, не будет. Я только понял, что твоя предыдущая ошибка или нет. Да, понял, в чем. Ну ладно, тогда так уж и быть. Давай сразу же сейчас начнем все быстро. В том, что я изначально не сделал то, что мне нужно было сделать. Савчик, а зачем тебе пистолет? Савчик, зачем тебе пистолет, говорю? Подожди, стой! Не подходи ко мне, или я сейчас питомца убью! Стой! Я буду стрелять, Савчик! Я буду стрелять! Савчик, не вынуждай меня это делать, Савчик! Капец тебя, Савчик! А зачем я это сделал?